Хорошо было бы, чтобы сейчас снег пошел, да? Да. Было бы так красиво. Оно и так красиво. Мы приехали в парк. Парк. Который называется Роксборг. Вы его знаете хорошо. Да, мы тут много раз. Да, но мы такой. Мы были зимой, но не были, наверное, такую погоду снежную, да? Мы снежной никогда не были. Да. Ну, кажется, мы зимой были или нет? Тихо. Или нет? Мы зимой были тут? Не, или не были. Ни разу. Да. Такой были. Были уже в такую без этого. Ну, осень, когда уже опадали листья. Когда мы там оленились, кажется, это зима была, но, наверное, бесснежная. Нет, так вот ни разу еще не были. Нам только, наверное, не надо, тут прям очень скользко. Прям лед под ногами. Да. Вот, видишь. Вот сделаем. Класс. Да, тут тихо, снег скрипит под ногами. Да. И все. Сказал, что снег скрипит, снег перестал скрипеть. Не скрипит. Не скрипит, а скрипел же. Ох. Нет, он не скрипит. Он нежный. Я иду догонять Аня, Аня, он взял фотоаппарат, меня фотографирует. Все равно скользковато, да? Да. Тут тоже. Поймала? Поймала тебя. Не, нормально. Связь получилась, появилась. Связь получилась и появилась. Да. Да. Какой прикольный этот туман, не туман. Снег это получается. Это же даже не туман, наверное, да? Или что это так называть? А что это? Вот, снег же не идет. Ну да. Да, мы сейчас пойдем по этому трейлу и там где-то наверху чуть дальше залезем на этот бугорок. Посмотрим на эти скалы с той стороны. Симпатичные сейчас. Зима такая, имеет свою красоту, да? Да. И прелесть в воздухе. Окей, это наш... Финальная точка на сегодня. Сейчас поднимемся наверх, там должен быть хороший вид. Ты, наверное, давай вперед, Дику? Да. Да. Только подошки смотри. Не, лед под низом тоже есть. Ага, да. Поэтому будет небольшой трейл, потому что очень много льда под снегом. Почему-то, наверное, подтаивало, потом подмерзало быстренько. Горы же все-таки. Сейчас поднимемся наверх, там должен быть хороший вид. У нас есть чаек. Попьем чайка и пойдем вниз. Подходим к этой красоте. Не имею звания. Правильно. Должно быть красиво. Да. Такие. Да. Сейчас посмотрим, как это будет на уровне гор смотреться. И вот это тоже все такая полянка красивая, смотри. Сейчас, ну. Эти крученные елки, камни. Ну да. Класс. Симпатичненько очень даже. Должен был быть снег. Да, если бы сейчас еще шел снег, то было бы, конечно, красиво. Вот этот fuck you. Гора. Реально похоже, скажи. Ну да. Как-то. Оленей не видно пока что. Вообще, да. Но мы видели много оленей в этом. Расплорок. Да, подожди сюда. Прям настоящих оленей. Ну, дир есть мелкие, которые вот к нам приходят. А есть элк, которые большие. Элк называются. Пушистые. Пушистые. И мы их
видели там. Смотри, как густо растет деревья там, да? Вот посмотри, вот внизу сейчас, ага, когда видно, да? Ага. Прям густо-густо. Хер приберешь все так пойти. Угу. И они же еще много деток. А еще у нас тут более большой снегопад будет. Угу. Тоже приехать, да? Да. Все. Так слегка припорошило. Все равно красиво. Особенно вот этот туман. Туман, это прям вообще реально красиво очень. Вот он придает какой-то такой, да, сказочности. Винтерфелл. Винтерфелл. Олень. Так красиво, да, среди, ага, этой природы. Ух ты, поскакали, класс. Класс, класс, класс. Пошли по тропинке уже. А, не, они перескакались, да, дальше, да. Тропинка уже идет, да, они даже за тропинку ушли. Да. Сейчас же дома будем пить? Почему? Сейчас? Да. Хорошо. Сейчас. Здесь. Здесь сейчас. Хороший у нас выходной день получился, да? Да. Хороший. Погода хорошая. Тихо, спокойненько. Тут, наверное, полчаса тусим, еще ни одного человека здесь не было. Да. Обычно сюда захаживает. Да. Заходят, посмотрят и уходят. Поэтому мы раньше пару раз последние просто вот даже уходили за забор, хотя этого нельзя было потихоньку смотреть, что, ну, нас, да, не заметили. Ну, там следов никаких не оставляли, просто посидели там, да, потихоньку попили, потому что... Спокойствие. Да, там спокойствие, сюда захаживает. Да. Вкусный, да, чай. Очень вкусный чай. Очень вкусный чай. Кушка. Ну, наверное, все, да, лапка. Да, мы допьем человека, да, пойдем. Допьем человека и пойдем. Так, потусили. Нормально. Сегодня какое число? 11. 11 декабря. Января. 23-го года. Зато это не угадал. А смотри, какая елка классная, вот в центре. Ой, прям, да, это красивая такая, прям наряжай, бери. Да. Пушистая. Гляди, какой туман тоже Castle Rock. Угу. И, по-моему, этот не видели еще, да? Нет. Прям не видно, что за стороны дороги. Да, вообще бы по сторонам, как будто океан, там же, о, смотри, лапа, смотри, океан, это красный свет, прикинь, его не видно, там есть вроде, да, что это? Она засыпана еще, ни название улицы не видно, ничего, ля, я не помню, у нас не было никогда такой погоды, да, вот здесь она лучше видно.
три субару есть. Колорадо, а не субару. Смотри, ля.